Это кадры из брянской школы. Ученица 8 класса учинила расправу над своими одноклассниками. Девочка принесла на урок биологии дробовик и открыла беспорядочную стрельбу. Рамки металлоискателя не сработали, поскольку в школе их попросту не было. В результате нападения ранены 5 человек, двое убиты, среди которых и сама стрелявшая. Понял. Так, вот вагончики, которые рванули. Вот он весь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Вот они, взрывчики какие были. В сети появилось видео, на котором запечатлен поезд, пострадавший в тоннеле в Североморске. Напомню, там 29 ноября произошел взрыв. Следователи сочли аварию на БАМе за диверсию со стороны украинских спецслужб. Ой, здесь даже бочка вздулась. Вот они, в эту нишу ложат, чтобы не замечали дежурные по станции. Вот они, взрыв. А так-то, друзья, будьте бдительны. Сейчас тоннель уже восстановлен. К ликвидации последствий было привлечено 120 человек. Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России. Они пройдут 17 марта. По сути, этим решением дается старт начала предвыборной кампании, заявила спикер Софеда Валентина Матвиенко. Согласно закону, выборы президента России назначаются Верхней палатой парламента не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах президента России является второе воскресенье месяца. Спасатели до конца борются за жизнь не только людей, но и животных. Камчатский пожарный более 20 минут откачивал собаку, которую вынесли из горящей квартиры. После появления трогательных кадров в сети местные жители призывают наградить мужчину. Руслан, хороших новостей дня!